Есть ли еще вопрос? Я сейчас буду заходить тоже на YouTube. Увеличение осознанности приводит к движению в автономии. Ну, когда вы... Вот это вот увеличение осознанности, конечно, приводит, но автономия — это же в первую очередь автономия сознания, я же это уже не раз говорила. Это не говорит о том, что если человек не ест и не пьет, то это автоном. Он может просто голодать. Причем он может голодать достаточно длительное время. Но не быть в состоянии автономии, не быть в сознании автономии, а именно сознание автономии, оно иное. Там, получается, у вас иные, другие процессы идут. Они более яркие, они другие. И, конечно же, так, когда вы начинаете получать другие эмоции не от еды, то у вас она, ну, как минимум, минимизируется, да, до скольки-то там раз в неделю. Вам уже не захочется завтракать, обедать и ужинать, вам не захочется даже один раз в день кушать, потому что это для вас уже будет не настолько интересно. И постепенно, мне кажется, что она, наверное, и отвалится. Зачем она вам тогда нужна будет, если вы получаете эмоции абсолютно от другого?